Состоялось внеочередное 15-е заседание Совета депутатов Ленинского городского округа, проходившее в режиме видеоконференции. Первым вопросом повестки дня стало утверждение 10 членов Общественной палаты. Советом депутатов сформирована вторая треть от численности нового состава в соответствии с положениями об общественных палатах городских округов Московской области. Первая десятка, которая была утверждена в состав нашей Общественной палаты, и вот это все исключительно достойные люди, и я думаю, что тот состав Общественной палаты, как важнейшего органа общественного контроля, да, для муниципальной власти, мы получим хороший, рабочий и дееспособный. Совет депутатов утвердил так называемую десятку членов Общественной палаты. Эта Общественная палата у нас в скором времени начнет работать. Губернатор до нас, соответственно, утвердил тоже 10 членов Общественной палаты Ленинского городского округа. Остается только слово за палаты Московской области, которая закончит формирование нового состава. 1 сентября нынешнего года в Совет депутатов поступил личное заявление Натальи Камалихиной о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Она была избрана депутатом по 14-му избирательному округу, в который входят поселки Горки-Ленинские и Петровская. Признав прекращенными полномочия Натальи Камалихиной, Советом депутатов было принято решение назначить дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу номер 14. 14-й округ, это будут задействованы две участковые избирательные комиссии. Одна находится у нас в Петровском, другая располагается в музее Горки-Ленинские. Вот, соответственно, мы, как всегда, готовы к работе. Следите за информацией в средствах массовой информации, в официальных источниках. Так что территориальная комиссия в ближайшее время приступит к своей работе. Выборы нового депутата по 14-му округу назначены на 20 декабря 2020 года.